Ужасное ДТП на улице Рихтера. Там ночью с 15 на 16 апреля БМВ врезался в билборд. 24-летний пассажир, на сторону которого и пришелся удар, погиб на месте. Водитель скончался в больнице. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и не смог избежать столкновения, учитывая скорость авто. Полицейские увидели, что стрелка спидометра замерла на отметке 176 км в час. По словам очевидцев, водитель был нетрезвым, ведется следствие. Также еще одно ДТП произошло на Рихтера у заправки. Водитель «Тойоты» сбил пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. Человек погиб.